Ребят, всем привет! С вами Зожнутые. И сегодня я хочу поделиться такой мыслью, вот буквально опять же, то есть записываю это видео, как только у меня возникло желание, то есть без подготовки. То есть читаю сейчас книжку про там силу воли и влияние окружения на вообще на нас, на наши результаты и на наши достижения. И там такая мысль очень прикольно на мне зашла. То, что про высокие последствия, про серьезные последствия на высоком уровне. То есть идея в чем? Что, пример, ну, допустим, если ребенок обжигается, да, об утюг или у плиту, последствия этих результатов мы видим сразу, да, то есть и опять же, если бы мы съедали мороженое и сразу бы прибавляли килограмм, мы бы не делали, не ели бы мороженое. Или если бы мы там, у нас были бы негативные мысли, от этого сразу бы рушились наши отношения, да, мы бы сразу фильтровали свои мысли. То есть, когда у нас высокая значимость каких-то действий, последствия, соответственно, могут быть сразу. Но в обычной жизни, к сожалению, когда мы живем обычной жизнью, какие-то наши действия не приводят к ежесекундным последствиям, да? То есть мы курим, последствия этого могут быть через десятки лет у людей, да? Если бы курили и сразу бы возникал рак, я думаю, что мало кто курил бы. Так вот, но факт в том, что когда люди находятся на высоком уровне, допустим, они профессиональные спортсмены, там готовятся там, к Олимпиаде, то каждая мелочь имеет последствия. То есть съел человек там мороженое, когда он готовится к Олимпиаде, нарушил режим, да, или, допустим, лег поздно, а на следующий день он сразу чувствует результат этих действий. Потому что на высоком уровне любая неточность, любая погрешность сказывается на конечном результате. И, естественно, когда на кону стоит, там, допустим, золотая олимпийская медаль, то человек не делает себе послаблений, потому что высокая ответственность и высокий риск того, что он, по сути, может обосраться. Да? Представьте, ты 4 года или там всю жизнь готовишься ради одного дня, ради одной медали. И момент какой, фишка в чем, что если у нас нету таких высокого уровня профессионализма, высокого уровня ответственности за наши действия, можно подумать, как искусно создать такую ответственность. То есть если я понимаю, что мои цели достаточно высокие, достаточно амбициозные, то мне нужно создать высокую ответственность за ежеминутные, ежечасные, ежедневные действия. То есть, если я сегодня что-то не делаю, пропускаю, какую ответственность я несу на следующий день? То есть, договориться с кем-то, да, заключить пари, подписать какой-то договор, да, что если я сегодня или завтра или что-то я косячу, значит, какие последствия я тут же несу? Денежные какие-то, психологические, я не знаю, там. Отдаю сразу телефон кому-то свой, иду там, не знаю, голым в метро, там, к примеру, да, то есть какую-то цену нужно заплатить за то, что я нарушаю те вещи, о которых я договариваюсь сделать, понимая, что эти вещи меня 100% приведут к результату. Нарушение режима питания, да, если я хочу похудеть, и для меня это кардинально важно, но у меня не получается. То есть таким образом какая-то ответственность за ежедневные действия приведет неизменно к лучшим результатам, к быстрейшим результатам, потому что я не буду косячить, потому что каждый раз косячу, я буду получать высокую ответственность за это. То есть вот такие мысли, такие идеи, которыми я хотел сейчас поделиться. Если вам зашло, ставьте там лайк, подписывайтесь, что-нибудь еще делайте, вот пишите в комментариях. Вот, может быть, какие-то лайфхаки у вас, как сделать так, чтобы более дисциплинированно идти к большим целям. И момент, кстати, вот, ставьте большие цели, будьте более амбициозными, тогда, соответственно, у вас есть шанс, что вы достигнете крутых изменений в своей жизни. Все, всем пока, с вами были Зожнутые, до новых встреч!